наполовину ангелочек, наполовину демон. Демон всегда жульничает, всегда он что-то там надо натворить. Ангелочек всегда спокойный, хочет помочь чем-то и добрый. Да, когда она творит что-то, а ругают меня, потому что я старшая. Я несу за нее ответственность. Представьте себе, как живется с чертиком. Приезжайте к нам домой и попробуйте. Вы уверены, что хотите знать это? Ну, однажды я котлету просто дома выбросила. Есть было лень. Ну, и котлету выбросила. Хотя бы салфетками бы прикрыла. Ну, нет, просто бросила и пошла. Еще надо было быстро все делать. Они же спускались, как бы. Надо было быстро все держать ритм. Мама на следующее утро, ну, догадалась. И мне влетело. Я все лето снималась. Ездила по разным городам. Туда-сюда, туда-сюда. Я в могиле была. Было очень, как сказать, ну, весело. Ну, там тараканы были, поэтому там не стелили картон. В жизни я редко плачу, а вот в кино, если попросят, могу. Я могу и плакать, и истерить. Я хочу, чтобы наконец-то показали мой первый фильм в кинотеатре, в большом, как бы, чтобы все пришли туда. Как, например, «Чебурашка» по щучьему велению, вот такие вот. Было? Было, снято!